Отличное приобретение. Ну, тогда поехали. Если у вас возникли сомнения, лучше не покупайте. Лучше перепроверить, чем что-то не проверить. А в сомнительных случаях лучше не совершать сделку. Даже если кажется, что все в порядке, по договоренности с продавцом стоит отвезти автомобиль в представительство соответствующей марки, чтобы проверить данные машины и пройти техосмотр.